Сегодня президент посетил Каменский район, побывал в больнице в ДК села Подойма, а также в парке Витгенштейна. Вадим Красносельский заметил, в центре Каменки скоро будет не хуже, чем в столице. Подробности у Аллы Гроботенко. Театр начинается с вешалки, а Дом культуры в селе Подойма – с Касамари. И ковры, и рушники – все вышито руками местных мастериц. Тут же в фойе кабинки для голосования. Выборы 12 декабря в Подойме впервые за много лет пройдут в местном ДК, а не как раньше – в медпункте. Местные говорят, сейчас даже не верится, что пару лет назад это было заброшенное здание. Дом культуры – это центр жизни на селе. Здесь обычно проходят праздничные концерты, показывают кино, работают различные кружки для детей и взрослых. Библиотека, музей – все под одной крышей. В селе Подойма культурная жизнь замерла почти на 30 лет. А все потому, что старое здание было в аварийном состоянии. Теперь старый ДК переживает второе рождение. 2 года назад по инициативе президента сельский дом культуры включили в программу фонда капвложений. Здесь появилась своя котельная, провели воду, сделали ремонт внутри и снаружи. За несколько лет это все поменялось кардинально, на 100%. У нас сейчас тепло в Доме культуры. Почти в каждый день у нас люди проводят мероприятия. Почти в каждую неделю у нас мероприятия проводят эти вокальные коллективы. У нас есть кружки. У нас работает Дом культуры. Сейчас ремонтируют кровлю. Обещают закончить до Нового года. Президенту показывают актовый зал и библиотеку. А это помещение на втором этаже решили отвести под занятия спортом. Я очень приветствую, когда именно в этом месте оборудуется зал для занятия спортом. Это привлекает и молодежь, это привлекает тех, кто хочет посетить этому свое время. А строить отдельную, допустим, спортшколу для села Подойма, это нереально. А это уже Дом культуры в самой Каменке. Его тоже ремонтируют по программе фонда капвложений. В прошлом году сделали крышу и фасад, поменяли окна. В этом году ремонт внутри здания. Остались мелочи, к примеру, жалюзи на окна и чехлы на кресло. Снял, постирал, хватит там на лет 5, там 7, 8. То есть как вариант. Потому что, в принципе, конструкция-то неплохая сама по себе. Центральная районная больница в хирургическом, инфекционном и терапевтическом отделениях и прачечной заменили кровлю. В роддоме сделали ремонт, а в поликлинике – новые окна. Ремонтные работы в больничном комплексе продолжат и в следующем году, отметил президент. Еще один объект – парк Витгенштейна. Скоро там установят 2 ротонды, как в Екатерининском парке. Сегодня строители обсуждали с президентом, как будет выглядеть озеро на территории парка. Необходимые инженерные сети уже подвели. Конечно, озеро само собой просит для того, чтобы там были и так называемые плавающие фонтаны, во-первых. Во-вторых, там можно открыть лодочную станцию, поэтому будем строить обязательно пристань. И надеемся, что найдем предпринимателя, который сможет принять участие в этом бизнесе. И для гостей, и для детей, и для горожан это будет замечательное времяпрепровождение. В парке Витгенштейна уже есть роллер-дром, детская площадка. Строители заканчивают летнюю сцену. В планах организовать здесь мангальную зону и уютный павильон для пикников. Президент считает, парк в Каменке будет не хуже, чем Екатерининский в столице. Из Каменского района Алла Гроботенко и Леонид Мастак, ТСВ.